Заместитель генерального прокурора Юрий Пономарев дал жесткую оценку ситуации, складывающейся в жилищно-коммунальном секторе. В своем выступлении на совещании при полномочном представителе президента Российской Федерации Юрий Пономарев отметил, что у прокуроров Уральского федерального округа есть четкое понимание того, что цели по декриминализации жилищно-коммунального комплекса на сегодня в полном объеме не достигнуты. В ходе проверок прокурорами только за текущий год выявлено более 6 тысяч нарушений законодательства в указанной сфере. К ответственности привлечены свыше 1 800 лиц. По фактам злоупотреблений при расходовании денежных средств организациями коммунального комплекса возбуждено 82 уголовных дела. При этом, отметил заместитель генпрокурора, серьезные нарекания вызывает качество работы следственных органов, нередко допускающих волокиту при расследовании уголовных дел данной категории. Очевидные криминальные факты остаются без должной правовой оценки. И только вмешательство надзорного ведомства не позволяет оставить без внимания вопиющие сигналы беззакония. Эти проблемы требуют комплексного подхода со стороны всех правоохранительных ведомств, в связи с чем координирующая роль прокуратуры при наведении порядка в сфере ЖКХ должна быть усилена, заключил Юрий Пономарев.